Я лишь хотел играть в футбол. На поле я был свободен. На поле я был всесилен. После войны мой отец создал с друзьями повстанческий отряд. Они сражались, не щадя своих жизней. Через некоторое время, как и большинство остальных мятежников, их поймали. Небо полыхало огнем в тот день, когда обер-комендант Меце арестовал моего отца. А в моем сердце огонь угас. Если кто спросит, я буду в штаб-квартире гестапо. Хайль Гитлер. Да, комендант. Хайль Гитлер. Нацисты собирались поставить точку в моей истории. По крайней мере, им так казалось. Одно было ясно наверняка. Меце должен сдохнуть. Черт подери, где я? А вот и он, стрелок Джо Сталион. Что тут, черт возьми, происходит? Поприветствуем на поле стрелка Джо Сталиона. Ну, пора играть. Поддержим их, ребята! Что за... Первая четверть. Поприветствуйте наших ребят, элиту немецкой армии. Похоже, зрителям это не нравится. Встречайте хозяев поля! Ку-клукс-клан! Вторая четверть. Послушайте рев толпы! Зрители в восторге! Они вступают в игру, друзья! Это суперсолдаты! Третья четверть, четвертая четверть. Похоже, зрителям это не нравится. Обожаете этих парней! На поле герои вашего города Убер-солдаты! Добавочное время! Овертайм! Когда это кончится? Похоже, зрителям это не нравится. Повалил! О, Джо упал! Похоже, ему больно! Вот это матч, ребята! Хозяева поля забили гол!
Следующий раз пойду по лестнице. Hast du es Metze schon gesagt? Mach ich, wenn ich ihn sehe. Er ist doch direkt nebenan. Nein, er ist auf dem Weg zur Zentrale der Geheimpolizei. Aha, warum das denn? Dem Oberkommando Bericht erstatten. Die waren nervös wegen diesem Fußballfritzen, dass er die Leute auf Ideen bringt. Revolverheld Joe? Der geflohen ist? Genau der. Die wollten ihn anscheinend schleunigst tot sehen. Ob sich wohl schon jemand drum gekümmert hat? Der zählt sicher schon die Radieschen von unten. Was? Ha?
И я знал одно. Меце познает горький вкус мести. Вкус грязи, когда тебя сбивает с ног человек, которого не стоило загонять в угол. Мои соотечественники, говорит обер-комендант Родерик Мэтце. Будучи зубным врачом, я знаю, что такое помогать людям. Спите спокойно. Бесчестный Джозеф Сталлион по кличке Стрелок Джо казнен за предательство. Так ему и надо. Эта участь ждет всех террористов и их лживое сопротивление. Мы удалим эти сгнившие зубы. Они убивают ни в чем не повинных людей, которые просто хотят жить в мире. Поверьте, я такой же американец, как и вы. Я знаю, что наша судьба — служить фюреру. Мы — часть Великого Рейха. Будьте патриотами, следуйте зову судьбы во имя будущего нашей расы. Спрингфилд словно вымер. Наступило затишье перед бурей.
Мои соотечественники, говорит оберкомендант Родерик Мэтце. Будучи зубным врачом, я знаю, что такое помогать людям. Спите спокойно. Бесчестный Джозеф Сталлион по кличке Стрелок Джо казнен за предательство. Так ему и надо. Эта участь ждет всех террористов и их лживое сопротивление. Мы удалим эти сгнившие зубы. Они убивают ни в чем не повинных людей, которые просто хотят жить в мире. Поверьте, я такой же американец, как и вы. Я знаю, что наша судьба — служить фюреру. Мы — часть Великого Рейха. Будьте патриотами! Следуйте зову судьбы! Во имя будущего нашей расы! Thank you.
Hey, Franz. Revolver Joe ist wieder aufgebrochen. Wachsam bleiben, ja? Hm? Ja. Alles klar? Mhm. Alles in Ordnung? Hm? Ja. Was? Was in aller Welt? Ah, Bereich durchsuchen! Thank you.
Эй, Джо, помаши ручкой камерам слежения. Ты сильно опозорил меня перед оберкоманда. Я сказал им, что ты убит. Убит! Раб, запятнавший репутацию оберкоменданта Рейха. Стыд и срам, Джо. Я больше всего в жизни терпеть не могу, когда меня застают врасплох. Поэтому я нашел твоего друга из угольной шахты под Хиллсборо. Он ждет тебя в комнате в конце этого коридора. Это тебе мой подарок, Джо. До скорого, Стрелок. Папа? Это ты, сынок? Я не смогу уйти. Силы меня оставили. Беги отсюда! Прекрати. Сталионы не сдаются, старик. Черт возьми, сынок. Отец зажег пламя в моей душе. Я не позволю Меце трогать моих родных. Я прошел сквозь око бури и преобразился в нечто иное. Я стал машиной возмездия. Машиной для убийства нацистов.